Детское Евровидение уже бьет рекорды. Свое участие подтвердили 19 стран. И это абсолютный максимум за всю историю конкурса. По правилам, в вокальном форуме могут соревноваться лишь 18 претендентов. Но в этом году Европейским вещательным союзом и Белтелерадиокомпанией было принято решение сделать исключение для Израиля, как страны-победительницы взрослого Евровидения в этом году. Итак, в ноябре к нам приедут делегаты из Албании, Армении, Австралии, Азербайджана, Македонии, Грузии, Ирландии, Израиля, Италии, Мальты, Польши, а также Португалии, России, Сербии, Нидерландов и Уэльса. В этом году на детском Евровидении дебютирует Казахстан, а Франция возвращается после перерыва с 2004 года. Очень живо интересовались европейцы. Мы понимали, что, наверное, 18 стран соберем, но вот собрали 19 стран. Много факторов. Во-первых, хорошая история. Это Евровидение 2010 года. Замечательная Минск-арена, о которой много пишут и говорят. В Грузии было 3000 зрителей. У нас 15 будет на каждом из концертов. Ну и вопрос безопасности, инфраструктуры в стране. В общем-то, тоже немаловажно. Дети все-таки приезжают. И таким вот образом установили мы рекорд. Белтелерадиокомпания является организатором и координатором всех мероприятий детского Евровидения, как единственный представитель Европейского вещательного союза в нашей стране. Трансляцию конкурса будут вести с Минской арены 25 ноября.